МЧС России подтвердило информацию о гибели главы ведомства Евгения Зиничева на учениях, которые проводились по линии ведомства. Трагедия произошла, когда министр спасал известного режиссера Андрея Александра Мельника. Режиссер прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути, сказано в сообщении. Мельник – сценарист, член гильдии кинорежиссеров Российской Федерации. На его счету известные фильмы «Новая земля. Территория». Он является лауреатом престижных премий «Ника». На протяжении долгих лет режиссер сотрудничал с МЧС России. По предварительным данным, он также скончался. Напомним, что Зиничев погиб на межведомственных учениях по защите арктической зоны от ЧС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин выразил соболезнования близким погибшего министра. Евгений Зиничев занял пост министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 2018 году. Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права в 2013 году. Прошел профессиональную переподготовку в военной академии Генштаба ВС Российской Федерации. Вот такая судьба у этого генерала. Погиб при исполнении своих обязанностей, защищая, спасая известного режиссера. И режиссер тоже погиб. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что произошло в нашей стране и за рубежом.